Доброе здрасте, меня зовут Юрий Жданов, и сегодня у нас в гостях Олег. В гостях Олег. Суть данного проекта – мы не берем идеальных моделей, мы берем обычных клиентов, выявляем их особенности головы и показываем вам, как с ними работать. Итак, поехали! Сохранить форму, официальный деловой стиль и возможность при укладке что-нибудь поменять. С собой нет. Сегодня я пришел неподготовленным. Таким образом. То есть верхний блок короче за счет перетяжки. И чистим окантовочную линию виска. В данном случае я должен продлить мою плоскость и создать иллюзию объема волос вот здесь, именно на нижнем затылочном блоке. Не просто ходить вот по вот этой линии, то есть я аккуратно боясь задеть. Вы можете, в принципе, заходить на всю основную бороду. В технике шлифовка убираем вот эти мелкие торчащие волосочки. На какие нюансы мы обращали внимание, какие особенности были у нашего клиента и как в итоге мы с ними справились?